Чемпионская, вернее, экс-чемпионская заруба тоже пройдет на предстоящих выходных. Две бойцушки, два очень хороших бойца женского дивизиона, у которых много разных вещей, но при этом и много общего. Из общего можно сказать то, что они были в одном бою нокаутированы Роуз Намаюнас, а во втором показали с ней близкий поединок. И, соответственно, между собой они также показали близкий бой. И настало время провести реванш. А вот что касается непосредственно бойцовского стиля, то это абсолютно разные бойцы. Вэйли Жанг – это такой вот танчик маленький, вот наподобие Джессики Андраш, но покрупнее, побольше, ручки подлиннее. И в целом боец без слабых сторон. Удар у нее есть, ударная техника тоже присутствует. Борьба есть, физическая сила, полностью укомплектованный боец. Но нельзя сказать, что у нее какая-то слишком филигранная техника, за счет чего талантливый ударник может ее перестрелять. И как раз таким ударником является Юана Ежейчик. У нее нельзя сказать, что какая-то сильная борьба, но перевести ее крайне тяжело. А вот в стойке она прекрасно пользуется своим ростом, своей длиной рук и хорошо контролирует соперниц с дистанции. Вот давай попробуем разобраться. В первом поединке у нее были определенные проблемы, потому что, ну, откровенно говоря, она часто зарубалась. Жанки там набила такую сисю на голове, что судьи, ну, по-любому были довольно-таки впечатлены тем поединком и результатом. Но что, если она проведет осторожный бой? Допустим, как она дралась с той же Джессикой Андраш. Тупо отспойлерила и провела абсолютно стерильный, безопасный поединок для себя. Как ты смотришь на такой вот вариант в данном бою? Вариант хороший, безусловно, да, безусловно хороший. Но надо понимать, что с Джессикой Андрада она билась в 17 году, с Вэйли Жанг в 20-м, 3 года спустя. И, кстати, это был ее крайний бой после этого. И Джессик больше не выступала, у нее сейчас простой более 2 лет. Ну, мы видим, что она тренируется, занимается, так сказать, да, спортом в American Top Team постоянно. Форма замечательная, но тем не менее... Тем не менее, это факт, да, вот этот простой. В то время как Жанг за это время смогла провести 2 боя. Ладно, один там сразу сбрасываем, да, где она быстренько улетела. Ну, в крайнем противостоянии с Намаюнас, ну, она хорошо выглядела, как мне кажется. Действительно хорошо, да, она его проиграла, как я считаю, однозначно. Но выглядела достойно в моментах. Конкретно я могу сказать, что она подтянула, как мне кажется, свою борьбу. Потому что, ну, перевести Роуз Намаюнас, да, можно, но, в принципе, я бы не сказал, что это прям легко, я бы вот так не сказал. И даже, да, в крайнем противостоянии, когда она с Эспарзой билась, мы видели, что Эспарза, в принципе, ее так и не законтролировала ни разу. Переводов кучу попыток сделала, а так и ни разу не законтролила, да, спину не забрала. Хотя Вэйли Жанг это делала. Она ее несколько раз перевела и законтролировала, и за спину садилась, и сидела там в одном из раундов до самого гонга, она ее не могла скинуть. Ну, я вижу, что боец, в принципе, растет, боец занимается. И, опять же, в социальных сетях мы видим, что Вэйли Жанг тоже тренируется просто как не в себя. У нее очень тоже хорошая физическая форма, но она сама по себе такая здоровая, физически сильная. Вот. Да, бой у них был очень близкий, это надо иметь в виду. Сплитом там только Вэйли Жанг выиграла. Я с этим решением не согласен совершенно, да. Я считаю, что намного лучше смотрелось в том бою Джоанны Еджейчик. Но, наверное, вот этот вот момент, вот эта травма на лице, она, скорее всего, повлияла на судьи. Вот, если честно, я это для себя вот так объясняю. То есть, вот, я просто, скажем так, в параллельной вселенной, да, думаю, вот прошел бы бой точно так же, но без травмы вот этой на глазу. Вот отсудили бы судьи вот так же этот бой? Вот, мне кажется, что нет, если честно. Поэтому мы видели, да, их противостояние друг против друга, мы видели, что это, по сути, даже не 50 на 50, ну, я говорю про свое видение, да, в моей голове это даже не 50 на 50, а с небольшим преимуществом Еджейчик. Я так увидел их первый бой. Вот, ну, окей, ладно, сделаем скидку на то, что... Вэйли Жанг активный боец, она развивается, тренируется, а Еджейчик не тренировалась, ну, точнее, не дралась 2 года, плюс, возможно, у нее голова забита, да, фотографиями в купальниках, это меня тоже, честно, смущает сильно. Ну, если даже на вот этот вот сделаем скидку, ну, окей, тогда пускай будет все-таки 50 на 50, пускай будет без преимущества Еджейчик, да, в моем понимании. Пускай будет 50 на 50, но коэффициенты-то мы видим не 50 на 50, мы видим коэффициенты такие, что 1,58 на Вэйли Жанг, 2,47 на Еджейчик, да, и,
Ну, мне трудно сказать, что вот я с этим согласен, если честно. Вот мне так сказать трудно. Если все-таки поверить, что у Еджейчик есть мотивация, да, а поверить в это можно, потому что, ну, я вижу, что тренируется она в хорошем зале постоянно, да, все у нее хорошо и физическая форма хорошая. Поэтому если поверить, что мотивация у нее хорошая, то вот при таких шансах, которые я вижу, такой коэффициент на Еджейчик для меня интересен. Поэтому я бы здесь за нее притопил очень даже. Почему фавориткой является Валижанка, я это могу в принципе понять, да? Но согласиться с этим я, пожалуй, все-таки не могу. Поэтому я полагаю, что поединок может выдаться близким, но если Еджейчик выберет правильный геймплан, и, как ты заметил, если она не будет вступать в рубки, это не нужно делать. Какой смысл? Какая цель этого? Для чего? Вот как я увидел их первый бой, именно с точки зрения дистанционной технической работы Еджейчик превосходит соперницу. Почему бы этим не воспользоваться? Поэтому, повторюсь, при должной мотивации, при правильном геймплане Еджейчик здесь смотрится интересно за такой кэф. Так что я здесь за нее. Опять же, вы имеете в виду, да, никакое там ни ЖБ, ничего такое. Но мое мнение таково, да. Слушай, вот с одной стороны, допустим, для человека, который был многократным чемпионом и, по сути, в организации видел уже все, найти какую-то конкретную мотивацию будет довольно-таки сложно. Но в данной ситуации для Юанны складывается все как нельзя лучше. По какой причине? По причине того, что у нее есть сейчас как минимум хороший шанс поквитаться за спорное поражение с бывшей чемпионкой Вэйли Жанг и выйти, соответственно, претендентом на реванш против Карла Эспарзы, где просто, ну, я не знаю, ребят, для Еджейчик более легкого пути заработать титул просто, наверное, не существует. И организация, я не знаю, я даже не сомневаюсь, то, что пойдет ей навстречу, так как в данном дивизионе Еджейчик — это одна из самых наиболее медийных девушек. Так что сомневаюсь, что если у нее достаточная физическая форма сейчас, что у нее нет достаточного количества мотивации. Так что, ребят, я полностью здесь согласен, что стоит ее поддержать. Шансы на победу у нее есть, и они довольно хорошие.